поможет нам поднять на новый уровень состояние российско-китайского сотрудничества. 10年之后，我们又坐上了万达，现在又进行合作。来，有任何一次在联合国安理会投票的时候，我们有不一样的投票态度。 Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики о совместном издании сборника документов и Федерации Сергей Викторович Лавров. С китайской стороны подписывает министр иностранных дел Китайской Народной Республики Шон Бян Гуанси Вэньсян Хуй Бян Идиншу. Здравствуйте, члены Шанхайской организации сотрудничества по региональной антикоррупции. У нас нет расхождений по существу подходов к решению проблемы Корейского полуострова. Мы видим, с каким вниманием относится китайское руководство к развитию российско-китайских отношений. Поэтому я в начале нашей встречи хотел бы попросить вас передать самые наилучшие пожелания председателю Китайской Народной Республики Ху Цзинтао. Основу и социальную основу. Давайте председателю Ху Цзинтао ваш теплый привет. 和桂芳一起正在全面的落实，您和胡锦涛主席达成的共识，也在落实两国睦邻友好条约的各项规定。